Фух, наконец-то я приехал в свой новый дом. Так, смотрю, уже некоторые коробки с вещами мне завезли. Сил, конечно, уже нет, но лучше сейчас их занести на чердак. А дом в отличном состоянии. Удивительно, что бывший владелец продал его по такой низкой цене. Но неважно. Так, а вот эту коробку лучше занести в комнату, где я буду работать. Ха, точнее, в мой маленький офис. Ну все, вроде все коробки занес. Теперь можно прилечь немного отдохнуть. Что происходит? Что случилось с домом?
Блять! Что это было? Откуда здесь взялась эта шкатулка? Похоже, к ней нужен какой-то ключ. Кассета? Хм, интересно. На чердаке должен быть старый телевизор и видеомагнитофон. Thank you.
Твою мать! Похоже, в доме пропал свет. И вообще, что за херню я только что посмотрел? Так, где-то на чердаке я оставлял коробку с химсветом. Свет от зажигалки никуда не годится. Нихера себе, сколько их тут! Хоть жопой жуй. Так, нужно сходить в подвал и включить свет. Еще одна кассета. Интересно, что будет на этот раз? I need to find the key for this door. Oh,
Это все очень странно. Так, нужно как-то вскрыть комнату, которую забаррикадировал бывший владелец этого дома. Более чем уверен, что там есть что-то интересное. Где-то должен быть лом, но я не помню где. Надо бы внимательно оглядеть каждую комнату в доме. Блять! Да что за хуйня здесь творится? Похоже на правду. Это точно сон.
Да, блять, когда же это все закончится? Ну, пиздец, конечно. Так, кассета при мне. А, отлично. Нужно посмотреть, что на нее записано. Твою мать! Нужно поскорее уносить отсюда ноги. Теперь ясно, почему мне этот чертов дом продали по такой низкой цене.
Только не это. Похоже, выбора у меня нет. It was a mistake, and pay for the mistakes. There is no free lunch. Sorry. You cannot have eternal sharpness. Next time, think about what you...